облака, как в кино, видишь, эстетика какая красота. И при этом никого нет. Почему? Потому что людям кажется, что холодно. Видишь, пусто, ни туристов, никого, сезон закончился. На самом деле кайф, когда ты можешь в этом море плавать, наслаждаться этим холодом, который, ну, какой, никакой не холод на самом деле. Плюс 12-15 болтается температура, плюс 10 вода, плюс 13, наверное, сейчас. Это ж кайф. А людям холодно. Все зависит от восприятия, от тебя. Вот мне, например, теплые моря вообще никакой радости не приносят и неинтересно. Их просто невозможно купаться. Это глупость.